ничего не было. Я играл, друзей, ходил к нему, все. Нифига мы не могли собраться вместе. У маленьких жителей Березовки теперь есть место для встречи и общения – физкультурно-оздоровительная площадка. Накануне губернатор Виктор Томенко посетил место притяжения детворы. Мы все один класс. А, вы все один класс, да? Да. Мы на физкультуру пришли. Физкультура, поди, закончили. Так у вас что, вторая смена, что ли? Жители Первомайского района, в частности Березовки, активно участвуют в программе поддержки местных инициатив, благодаря чему получают средства на строительство спортплощадок, среди которых и современный скейт-парк. Вы подумайте, что все-таки спорт такой травмоопасный. Может, камера как-то... А камеры мы тоже сюда две. Да? На объект две у нас камеры. Просто, чтобы хотя бы мониторить ситуацию. Да, все побежал, ноги, руки. А что родители говорят? Да ничего. Первомайский район, куда приехал с рабочим визитом губернатор, находится в непосредственной близости от Барнаула. Соседство с краевым центром дает о себе знать. Здесь, так же, как и в городе, хорошими темпами возводят важные соцобъекты. Однако есть и пробелы, и прежде всего в дорожной инфраструктуре жалуются люди. Я тут работаю в больнице. Я вот засыпал одну ямочку, она мне надоела, я на своей машине катаюсь. Представители власти взяли проблему на карандаш и отправились инспектировать образовательные учреждения района. В центре внимания строительство школы в Повалихе. Ее преображение ждут не первый год. Дело в том, что местная школа не вмещает всех учеников. Однако строительство новой школы пошло не по плану. Поставщик основного стройматериала – кирпичей – экстренно прекратил поставки. Нужно снова проводить конкурсные процедуры, а это время. Люди живут, дети ждут, пока достроим уже. Часть выпустится, вырастет и скажет, так и не успели зайти в школу. Если раньше школу планировали достроить осенью 2022 года, то теперь объект сдадут не раньше конца 2023-го. Виктор Томенко, в свою очередь, поручил Минстрою держать ситуацию на личном контроле. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.